Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию топливно-энергетического комплекса с руководителями профильного сектора правительства, а также главами ведущих компаний. По словам президента, предстоит встреча и в более широком составе. Горизонт планирования в ключевой отрасли до 2036 года, повышение благосостояния российских семей, рост экономики, цифровизация, технологическое лидерство и масштабные проекты, в том числе социальная газификация. Роль ТЭК во всем этом очень велика. Несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно. Открывает новые экспортные направления и, что принципиально важно и является для нас приоритетом, надежно в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности. Экономика России растет. Потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭКом. За январь-апрель добыча газа в России составила 246 миллиардов 400 миллионов кубометров, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Довольно стабильные показатели и в нефтяной отрасли. Например, с начала текущего года валовой доход добычи нефти составил 195 миллионов 700 тысяч тонн, что незначительно на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается встречи в широком составе, то, как объяснил российский лидер, речь пойдет о принятии долгосрочной стратегии развития ТЭК. Путин напомнил, что ставил задачу ее подготовить еще 2 года назад.